отличаюсь. Итак, про колокольчики. Колокольчики я тоже собираю не все подряд, а изначально мне хотелось собирать колокольчики с таких святых мест, где я, в общем-то, пребываю. Я очень люблю, побывала. Я очень люблю колокольный звон, вот именно церковный колокольный звон. И мне хотелось, ну, тоже как-то частично у себя дома иметь такой небольшой звон. И вот первый колокольчик, который, значит, они у меня, ну, некоторые на веревочках, потому что они висят, вот, подвешены у меня, а некоторые просто стоят. Вот этот вот висит, это самый первый колокольчик. Он из Киево-Печерской лавры. Там показываю, вы меня извините, я вам показываю, непонятно что. Из Киево-Печерской лавры. Это для меня такое место очень особенное. Там, ну, скажем так, произошли со мной некие изменения в этом месте. И, в общем-то, это место меня очень сильно развернуло лицом к Богу. Вот. И поэтому я там купила колокольчик вот этот вот. Сейчас вам позвоню, как он. Кто мне так звонит? Такой у него немножко детский голос. Вот. Такой вот киево-печерский колокольчик. Он самый первый. Значит, следующий колокольчик мне привезли из Дивеево. Я там не была. В Дивеево. Очень хочу туда и съездить. Обязательно съезжу. И вот у меня сотрудница моя поехала в Дивеево. Я попросила ее привезти мне колокольчик. Вот она мне привезла такой дивеевский колокольчик. Тут, значит, на память из Дивеево. И вот он такой глиняный. И там... Там написано «Ручная работа» и написано название той артели, которая делает эти колокольчики. Вот он такой замечательный. Вот как он звонит. Так немножечко, но тоже очень приятный такой перезвон. Ну, конечно, не такой звонкий, как металлический колокольчик, да? Вот. Ну, тоже один из моих любимых. Так, следующий колокольчик, который ко мне попал, это был вот такой колокольчик. Сейчас. По звону слышите, наверное, что он тоже глиняный. Это колокольчик из Турции. Вот, очень мне понравилась его форма. И я, несмотря на то, что... ну, как бы приверженка таких вот религиозных, скажем так, колокольчиков с настроем, ну, почему-то купила вот себе тоже этот, и он у меня, я часто его отставляла куда-то, ну, вроде как он не бьется с остальными, вот, но, тем не менее, он тоже мне очень нравится, и я думаю, что ему тоже место в моей коллекции. А следующий колокольчик мне привезли дети мои из Болгарии, где они отдыхали в лагере в детском. Смотрите, какой у него интересный голос. Вот. Из города Влас. И он тоже где-то, они купили в какой-то церкви его. Вот, поэтому он... Очень интересный звук, да? Вот такой вот у этого. Совсем почти не звенящий. И такой красивый у болгарского колокольчика. Ну вот. Значит, следующий колокольчик. Следующий колокольчик мне привез сын из Владимира. Я во Владимире тоже была, но, к сожалению, я там колокольчик не встретила. А он встретил и знает, что я собираю колокольчики, и привез мне вот такой
красивый, обалденный колокольчик. Видите, такой. И смотрите, какой замечательный у него голос. Вот. Вот киево-печерский такой, детский немножко. И такой достаточно сильный владимирский. Следующий колокольчик мне, опять же, привез сын в подарок. Он ездил в Гусь-Хрустальный. И вот оттуда мне вот такой вот замечательный резной стеклянный колокольчик. Ну, он тоже, видите, с крестиком. И я думаю, что он тоже в коллекцию мою вписывается. Вот у него такой деликатный звон. Следующий колокольчик мне подарили на Новый год. И, честно говоря, до сих пор я не знаю, считать ли его колокольчиком и вообще можно ли его держать в своей коллекции. Но почему-то мне его жалко. Вот он такой смешной снеговик с такими, скажем так, ножками. Ну, я думаю, что это ножки, наверное. Вы меня все понимаете. Вот. Ну, такой вот колокольчик. Я его периодически тоже отставляю куда-то вместе вон с тем турецким. Но он все равно возвращается, так или иначе, со своими ножками. И вот так вот он звенит. Так. Ну, следующие колокольчики будут более или менее вписываться в картину. Вот такой вот колокольчик из Савино-Сторожевского монастыря мне привезла дочка. Смотрите, какой звон. Вот здесь написано Савино-Сторожевский и монастырь. И такие вот... Хотя нет, это не дочка мне привезла, что я обманываю. Это мы вместе с ней там были. Там источник святой. И там как раз мы купили этот колокольчик. Очень у него красивый звон. Вот. Слышите, да? Так, ну и на сегодня последний в моей коллекции колокольчик. Это вот такой колокольчик из Успенского женского монастыря города Александров. Мне привез муж. Вот он, они ездили. Он у меня занимается... Он у меня занимается всякими трофи, ездой там по бездорожью. И вот они периодически там ездят в какие-то такие достаточно... серьезные места, прокладывают какие-то тропы, там, я не знаю, там всячески у них маршруты разрабатывают. И вот в этот раз они были недалеко от Александрова, вот они заезжали в монастырь, и он мне купил такой колокольчик. Вот. Так что вот такие вот у меня богатства мои. Вот. Ну вот, все вам показала. Чем богата, тем и рада. Вот, а дальше вас ждет следующее видео про посылку. Переключаюсь.